красил лоб его высокий, потемнел ремень в пыли походов. Девочка переждала все сроки, сердце истомили дни и годы. Миг узнав черты лица родного, девочка устала улыбнулась и сказав: «Отец, одно лишь слово, вся к нему навстречу потянулась». В ту же ночь она покрылась потом, жар утих, прошло сердцебиение, доктор бормотал тихонько что-то, удивляясь исцелению. «Что тут удивляться, милый доктор, помогает нашему здоровью лучшее лекарство».